Привет, представься. Привет, Остапенко Александр. Сегодня был нападающий команды Вердер. Ну что сказать, игра нам удалась сегодня. Сопернику спасибо за игру, было интересно. Первую игру, к сожалению, проиграли, но было к чему стремиться, поработали над собой. Вот у парней игра как-то сегодня немного не заладилась, с ними всегда интересно играть. Ребят давно знаю многих, вот, желаю им успеха, надеюсь, то, что они, как и мы, смогут выйти из группы и побороться дальше. Ага. Как думаешь, что именно не задалось у ребят, почему они не успели до вас добраться, либо же победить вас? Возможно, после первой игры осталось какое-то небольшое ощущение того, что с нами будет попроще играть, но не тут-то было, мы собрались все-таки на эту игру. Вот. Но что еще могло не сдаться? Не знаю, наверное, просто мы изначально прессингом немножко задавили, и у нас пошло. Ага. Почувствовали эту нотку и додавили. Кого-то из своей команды хотелось бы выделить? Из своей? Да нет, мы все команда. Выделять некого. Все молодцы. Все хорошо отыграли, все отлично отыграли. Угу. И как судейство? Судейство хорошее. Были, конечно, небольшие вопросики. Как и всегда, я думаю, где-то там толчок где-то потянули. Но в целом все хорошо, как всегда. Ну тогда удачи в дальнейших играх и спасибо большое. Спасибо вам, всего доброго.